В начале следующей недели над Желтым морем сформируется южный циклон, и его центр может оказаться над Приморьем, пройдя с юга на север. Поэтому в период с 29 по 30 августа погода в крае снова резко ухудшится. Будут наблюдаться интенсивные ливни, подъемы уровней рек до критических отметок с выходами из берегов. Об опасности тайфуна и о том, стоит ли горожан обеспокоиться о его приходе в нашу климатическую полосу, поделился эксперт Казанского федерального университета. А главная причина, в общем, большая активность тайфунов. Они надвигаются друг за другом. Причем вот именно согласно оценкам прогнозистов и специалистов, что где-то через год эта фаза активного муссонного воздействия на Дальний Восток, она должна закончиться. А вот сейчас как раз такого рода пик возникает активности. По словам Юрия Переведенцева, главная причина тайфунов – это муссонные ветра, которые приходят с Тихого океана. Именно такие сильные ветра как раз-таки и несут за собой разрушение и прочие негативные последствия для жителей. Гибнет урожай во многом, так сказать, структура, дороги размывает. Дома, крыша срывает, по-моему, даже такое есть. При тайфунах возникают большие ветры и так далее. То есть это опасное явление. И с этим ничего не сделать невозможно, потому что это природное явление, активная фаза муссонной активности. И вот этим и обеспечиваются все эти неприятности. Эксперты подчеркивают, что паниковать о возможном прибытии тайфунов не стоит, так как это вполне обыденное природное явление. В настоящее время специалисты продолжают следить за их движением и держать в курсе событий. Амир Ахтямов, Универньюз.